У Мурме гостят экзотические звери. Контактный зоопарк «Парад обезьян» приглашает муромлян познакомиться с приматами. Одной из первых с ними подружилась Анастасия Белова. Улыбка возникает сама собой после знакомства с этими жизнерадостными непоседами. Активный гиббон, очаровательный капуцин, саймири и еще несколько видов удивительных приматов. А это белоносая мартышка Иван. Кстати, довольно дружелюбное создание. Здесь еще 10 таких же забавных мартышек. Вместе с обезьянами Муром посетили и всевозможные арахниды со всех уголков планеты. Более 25 видов древесных пауков и пауков-птицеедов необычной яркой окраски. Порадуют поклонников экзотики 6-метровый тигровый питон, игуаны и прямиком из любимого мультфильма «Большая черепаха». А вот это африканская сухопутная черепаха. Весит животное около 50 килограмм, но покатать, к сожалению, может разве что львенка. Обезьянки и их экзотические соседи ждут любителей живой природы до 3 апреля с 10 до 20 часов на цокольном этаже торгового центра «Новый Витязь». Анастасия Белова, Николай Молодёнов, новости Муром.